видел новый ролик А4. Похож на школьника. Не будем мелочиться, давай сразу. Мы должны пройти в зал во имя желудка. Наступаем. Сейчас буду трюки показывать. Третьей дивизии шоколадного фронта. Халамалейкум. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Так, у нас сегодня важная премьера будет, чтобы ни один человек не проскочил со своей едой. Ты в прошлый раз мне говорил, что все будет чики-пухи. Вот они, сладкоежки. Непредсказуемые. Глазом не успеешь моргнуть. Сегодня мимо меня ни одна муха не проскочит. Надо 4. Кобяко. Вкусняшки в кинотеатр. За 3 предыдущих выпуска простыми способами его уже не надуришь. Крутые, креативные, новые, необычные способы. Итак, Кобяков, до сеанса 5 минут. Так, что ты видишь? Паливную пиццу в часы. Это стрелки. А эти может прокатить. Давай пробовать. Так, начнем отсюда. И циферблат. А бренд-то часов какой? Смотри, Кобяков, но здесь есть кое-какое палево. Какое? Длиннее, поэтому часовую стрелочку мы немножечко... У нас время 10:35. Здравствуйте! Билетик! Почему на фильм опаздываете? По нашим часам, все верно. О, ровно успели на сеанс. Швейцарские? Не, итальянские. Секунда в секунду показывают. Так это ж конфет. Дурака держите. Пошли вон отсюда. Мы уже достали. О, висят. Я их сразу узнал. И, блин, сегодня нужно будет постараться. Есть одна идейка. Нужно переодеться. Мне тоже? Тишки! Привет! Итак, ребят, мы подумали, клиентов пропустит. Я там еще с ним по шаманю поговорю. Взяли сладкую вату. Очень вкусная. Так, подожди. Мы возьмем сейчас и обсыпем всю эту елку. Ой, какая елочка у нас. Мешочки. Ну что, погнали? В лесу она росла. Комарос, здравствуй. Вы что, к нам в кинотеатр? Да. Строение поднялось из-за вас. Ну это само собой. У подарки у меня всегда есть. А ты хорошо себя вел? Кого не выгонял? Правду говоришь, точно не выгонял? Точно. Сперва расскажи нам стишочек. А мы хоровод. Ну дедушка сиськи. Ну надо, а подарки любишь? Люблю. Эри, мы так давно его хотели. Исполню любое твое желание. Проси что хочешь. А не записаны. Я всегда так делаю. Ну, на случай. Тебе, вот, попробую исполнить. Все. Идем. Дед Мороз сам ко мне пришел. Даже письмо никуда отправлять не надо. Бесплатно посмотрит. Слушай, хороший парень. Список такой написал. Добро притягивает добро. В смысле? Это как? Подарок. Ага. И это у всех людей так работает. А подписаться на канал это хорошее дело? Это от одного человека, а для целой команды. Ребята, слышали? Скорее жмите на кнопку подписаться. Чем дел вы делаете, тем быстрее исполняются ваши желания. Влад, 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 появилась супер идея! Наушники, да. Подожди. Это что, бургеры? Бери картошку фри и фантазируй. Может, за уши? Что, если в нос ставить? Нет. Сделаю прическу. Так, так. Может, и прокатит. Погнали пробовать. Наши билетики на фильм. А также держи 2 билетика. Ходите к нам на вечеринку. Я диджей Бумага. И мы тебя зовем на тусовочку. Круто, круто, конечно. Вы типа это, тусовщики там танцуют. Вы типа на волосинках вот так. Что ты там говоришь? Крутые наушники! Да что ты орешь? Слушай, мы пошли. Все, давай, ладно, пока. Ладно, ты. Сальтухи делал. Или это не диджей делает? Седой в кинотеатр не пускаю. У меня еще и картошка греется от головы. Круто. Пиццу в наш кинотеатр. Смотрел фильм «300 спартанцев»? Конечно. А форма переоденемся спартанцев и пронесем пиццу в виде щита. Если что, и мы воспользуемся. Погнали. Не по страху, нет места отчаянию. Есть только есть. Я вообще-то последнюю фразу мы должны были говорить вместе. Мы должны пройти в зал во имя желудка. Так, наступаем. О, пацаны, наше сердце предано Спарте. Да, преданные воины Спарты. Передай своему хозяину. Театральное представление или что? Театральное представление. Рубим. Так, вы что меня вымазали? Жир от пиццы. Вы хотя бы билеты взяли? Взяли. Аксессуары и идите фильм смотрите. Я вообще не знал, как на это реагировать, они меня вымазали. Ну, 2 халявные пиццы и 2 лоха в кинотеатре. Блин. Согласен. Ну ничего, хоть фильм посмотрим. Пиццу пронести. Кобяков, мы психи. Пиццу. В больницах? Ты меня натолкнул на одну мысль. Такие штуки в фильмах. Ха, конечно. А что если притворимся больными психами? Класс. Психбольные. Раз, два, три. О! Берем и наполняем спрайтом. И погнали.
идем. Здравствуйте, дорогой внучек, держите билетики наши. Это вы к нам на больничной одежде и с капельницами. Может, заразная? У нас это, ну вот, у нас же Кобяков это, провалы в памяти. Каких капельниц? Каких? Это что, капельница? Это капельница. И проблемы со здоровьем. И это все из-за ваших газировок. Только тихо, я вам ничего не давал. Забыл, как открывается. Не, ну им реально сладкое нужно. А где тут клапаночек открыть? Вот это. Да, конечно, крутой способ мы придумали. Надо не забыть этот способ. У этого билетера нюх. С тобой, между прочим, тоже профессионалы. Ну да. Ну это уже интересно, агент Кобяков. Ну, не будем мелочиться, давай сразу. Это билеты, молодые люди. Какие билеты? Ты что, его убрать? Не спешите, агент Кобяков, это всегда успеем. А, кто вы такие и что вам надо вообще? Кто мы? Кобяков. Нам сообщили, что у вас здесь было преступление. Это место я должен проверить ваши кейсы. Так, агент Маршмеллоу, обнос. Незаконным оборотом сладостей. И теперь это дело. Нужно уходить. Я 10 лет на службе. Даже удостоверение есть. Офигеть. И втереться к нему в доверие. Тащи военную форму, как в гитаре. А еще сделаем шоколадные медали. Гитару? Да, конечно, много ты туда. Хорошо. Так. Цените, ребята, это же очень смешно. Это же и про них не забыть. Ну, мы настоящие герои. Уже хочется их съесть. Тяня комбат, идет что-то там за... Конь батальон! Смирно! О. 153-й дивизии шоколадного фронта. Под Орео. Эту... Так она ж секретная. Так... Видимо, все сразу поняли, да. Что ты свой, служил тоже. Билеты. Есть, купили. Огонь, батальон. Батяня комбат. Вообще, плескает фонтан. И про медали не забывай. Такой уже где поверил. Круто у нас получилось. Это точно. Черный пояс. Кстати, это отлично. Давай. Смотри, какой пояс я сделал из сладостей. Так. День такой. То ФБР, то дембеля. Осторожно, дядя, сейчас буду трюки показывать. Я такой никогда не видел. Может, еще пару приемов покажешь? Вау! Это опасный прием. Надо быть... Билетики давайте сюда. Держите. Ну да, проходите, чё? Никогда не понимал. Доски разбивают. Отрываем кусочек пояса. Вот раньше было круто. Сахарную вату, попкорн, сладости всякие. Кобяков, да ты гений. О, не будет. Точно. Давай попробуем. Похоже на школьников. Согласен. Чтобы нас пустили в какой возраст? Что дети делают уже в 12 лет? Играют в Fortnite. Ну что, пробуем? Ты видел новый ролик А4? Тебе надо посмотреть. Ты что, не смотрел? Так, мало. Понятно. Но это лучше, чем в вашем в компьютере сидеть. Пулька. На пульках, на батарейках. Главное, чтобы не водный, а то в прошлый раз... Реально рабочая идея. Может, так все жидкости будем проносить? Новенькое придумаем. Так, захотелось, знаешь чего? Шаурмы. Не, лучше давай XXL. А интересно, а бывает XXXXXXXL? Я не знаю, бывает или нет. Делаем шаурму размером с ковер. Офигеть. Прости, столицы. Салам алейкум. А это что? С ковер. Принесли его, потому что неудобно сидеть на ваших крышах. Что происходит? Все, давай, еще стоим. Спасибо. Усы прикольные. Да, усы меньше, чем брови. И есть будем. Фильмов 5, зато вкуснюща. Простая идея. Как пронести вот эти вот напитки в пиццы? Хватит. Нет, я хочу пронести пиццу в кинотеатр. Заплыву, я сейчас за пару минут подкачаюсь, и ты офигеешь. Это что? В смысле что? Штанга. Как ты так успел? Он же просто железный. Смотри, тут... Баночки железные. Ты же даже до билетиков достать не могу из-за баночек. И не просто спортсмены, настоящий кроссфит. Титановые. А ты чё, три раза хоть её поднимешь? Тихо, так держу. Давай. Да, ребята, наверное, на диете сидите. Правильно. Конечно. Правильное питание. Никаких пицц, никаких сладостей. Кстати, баночки, если сильно сжать, могут взорваться. И каких толстяков показывают по телеку. Неплохо. Ребят, у нас появилась еще одна швабру. И наполним ведро спрайтом. И стяжкой засовываем сюда. Только сильно прям. Теперь предлагаю наполнить ведро спрайтом. О, реально, как мыло. Губка для правдоподобности. Молодой человек, у нас плановая уборочка. Идите погуляйте где-нибудь 5 минут. Хоп, мочалкой по бубну дам мокрой. Ладно, ладно, не кричи. Молодой человек, все, молодой человек, без лишних вопросов. Не кричите, давайте. Все было чисто. Вот с уборщицами лучше не шутить. На что ты как не свое? Кобяков. Сообщение читаю. О, тогда я тоже почитаю. Да не, это личное. Не, ну способ. Какой? Мы притворимся почтальонами. Потому что письма это личное? Давай готовить этот. Облизываешь. Ты делаешь это пальцем. А-а-а.
Все, последний. Сумки. О, почта приехала. Добрый. Держите билет. Можно посмотреть? Там письма. Ничего. Личное. В личное нельзя залазить. А вдруг вы туда конфеты? Да даже если и конфеты. Это же чье-то письмо. Тоже читайте. Нет, только жены. Нет, ну это святое. Ладно, хорошая лазейка. Ну, надеюсь, они меня не обманули. Реально почтальон. Точно. А у меня себе. Так, интересно, что там? Понял, чтобы принести сладости, нужно быть более дерзкими. Ты же я немножко потерялся. Давай, готовимся. Мысль-то хорошая, но ты посмотри на наши лица. И мы станем дерзкими пацанами. Байкер. И а ту-ту-ту. Все побольше. Пакет. Слушай, на самом деле, я думаю, бери просто в руку. Настоящий байкерский живот. Правильно. Здрасте. Здорово, ваши билеты. Ваши билеты. Нормально общаться, я вообще-то вашего возраста. Так, держи билет один. Ой, поэтому мы идем вдвоем, понял? Да давай я его просто вырублю. Вы со мной не шутите, я вообще-то знаю приемы карате. Забирай, за кинотеатр его. Я с тобой поговорю. Руки, я еще завтра приду. Ладно, ты побили, я это переживу. Вот раньше я говорил, что уборщицу не люблю. Теперь байкеров. Нашли очень много крутых способов, как пронести вкусняшки. Если вам было весело, ставьте лайки. С вами был я, меня зовут Влад 4. Пока. Yeah, yeah, yeah.